Шеф-повар Максим Григорьев. Мясной рулет Стефания. Предлагаю оригинальную венгерскую мясную закуску на праздничный или банкетный стол. Готовить совсем не сложно, а интерес гарантирован. Колбасу для этого мясного рулета берем сырокопченую. Она свой аромат передает мясу, и рулет получается очень душистый. Я встречала рецепты с простой копченой колбасой, сама не готовила, но думаю, результат будет не тот. Поэтому скупиться не стоит. Вместо кускового мяса можно взять мясной фарш и им обернуть колбасу и запечь. Время приготовления – 1 час 40 минут. Ингредиенты. Колбаса сырокопченая 200 грамм. Масло оливковое рафинированное 1 столовая ложка. Розмарин свежий 5 веточек. Соль сванская 1 щепотка. Телятина 1000 г. Шаг 1. Подготовим продукты. Мясо очистим от пленок и жира, колбасу освободим от оболочки. Шаг 2. В телятине тонким и острым ножом сделаем прокол. Немного прорежем влево и вправо, стараясь сделать подходящий по размеру карман для колбасы. Шаг 3. В разрез поместим колбасу, край сцепим зубочистками. Шаг 4. Рулет немного присыплем сванской солью, не забываем, что в сырокопченой колбасе и так достаточно соли, которой она пропитает телятину. Обложим со всех сторон веточками розмарина и обвяжем кулинарной нитью. Сверху смажем оливковым маслом. Шаг 5. Плотно завернем в фольгу. Шаг 6. Отправим в духовку на 1,5-2 часа, в зависимости от размера рулета. Духовку разогреть до 180-190 С. В противень я налила горячей воды и в процессе готовки доливала один раз. Шаг 7. Освободим рулет от ниток и розмариновых веточек. Листики оставьте, так красивее и аппетитнее. Шаг 8. Рулет готов. Нарезаем тонкими колечками и подаем к столу. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.